Всем добрый день. Сегодня я вам хочу показать то, как можно посмотреть, измерить, поглядеть, оценить положение определенных костей черепа или пар костей черепа. И определенные приемы и результаты работы с ними, если есть там какие-то вопросы. Я попрошу пациента вот так поднять руку. Как я уже говорил ранее, мне нужна какая-то линеечка для измерений его состояния. Это будет мышца. То есть мышечный тест знаменитый, которым пользуются очень многие в работе. Мы будем тестировать дельту, поэтому все, что я буду просить пациента, вот так, поднимать руку выше линии плеча. Сам буду оказывать воздействие, сопротивление, чтобы было какое-то усилие, оценивать силу мышц. Спокойно, не задерживая дыхание, ручку сюда тянем. Мышца сильная, все замечательно. Теперь попрошу язык сделать налево. Держим язык, тянем руку, мышца сильная, все замечательно. Язычок направо, тяни руку, тут же выключается тестовая мышца. Барин у нас сильный, упирается изрядно, пожалуйста, не задерживая дыхание, все спокойно. Язык направо, тянем руку, и мышца тут же выключится. О чем это говорит? Что у человека есть проблемы с затылочной костью, так называемая дисфункция затылочной кости. После определенных манипуляций мы посмотрим, как этот тест изменится.